Всем привет, с вами канал Технокорж. Сегодня я хочу показать вам свои труды. Я сделал сравнение камер Samsung Galaxy S20 Ultra и Samsung Galaxy S21 Ultra. Также в конце видео, как я и обещал, я отвечу на ваши вопросы. Пока который смог. Еще не все протестил, еще не все известно, но, по крайней мере, первый взгляд. И могу сказать то, что телефон хороший, но есть много минусов. Но давайте сначала пройдемся по фотографиям. Первая фотография — это у нас 40-мегапиксельная камера, фронталка. И там качество хорошее, но более детализированная Samsung Galaxy S21 Ultra. Также выигрывает и обычный режим селфи-камеры. Детализация гораздо лучше, как вы можете сами заметить. На этой фотографии качество примерно одинаковое. Единственное, цветопередача лучше у S21 Ultra. Но качество картинки, мне кажется, чуть-чуть выигрывает S20. На этой фотографии детализация примерно одинаковая. Можете скачать фотографии и посмотреть приближенно. Это уже съемка в тяжелых условиях, а именно в ночном режиме. Тут хорошо справился Samsung Galaxy S21 Ultra. Более детализировано, более светло, все как нужно. Ну и еще одна фотография. Это снято днем, в пасмурную погоду. Детализация примерно одинаковая. Мне кажется, S21 чуть-чуть получше. Тест камеры S20 Ultra. Тест камеры Samsung S21 Ultra. Что, в общем, можно отметить? То, что в обычных фотографиях Samsung Galaxy S21 Ultra показывает себя лучше. Хоть не намного, но есть. И это еще дорелизная версия. Но как она показывает себя при 10-кратном приближении? Тут уже дела обстоят наоборот. Здесь у нас уже идет увеличение на X3 и X5. X5, так как в норме стоит у Samsung Galaxy S20 Ultra. И я считаю то, что несомненный победитель — это S21. А вот в X10 увеличение все как раз таки наоборот. Яркость, детализация, все-все лучше у S20 Ultra. В 30-кратном увеличении, мне кажется, тоже Samsung Galaxy S20 выигрывает. Тут более плавная, детализированная картинка. В вечерних фотографиях Samsung Galaxy S20 удел новый Ultra в щепки просто. Вы можете сами оценить при 10-кратном приближении. Как вы можете заметить по фотографиям, 10-кратное приближение Samsung Galaxy S21 Ultra хуже. Хотя здесь стоит оптическая стабилизация, что очень странно. Но опять же, это все дорелизная версия. Все могут подправить. Сейчас она выглядит слишком сглаженной, слишком переработанной. Кстати, в Samsung Galaxy S20 Ultra появился настоящий макрорежим. Мы его немножко протестили. Вот вам фотографии, посмотрите, понаблюдайте. Эти фотографии сделаны на макрообъектив. Первая фотография — это снимок нашего коржа, а именно его носа, а второе — это всего лишь обои. Детализация потрясающая. Не забывайте то, что я выложу это все на Яндекс.Диск, ссылочка в описании будет. Покропайте, посмотрите сами, потому что на видео это одно, а на скачанных полноценных фотографиях это другое. Итак, перейдем к вашим вопросам. Один из вопросов был вопрос автономности. Тут могу сказать то, что телефон живет заметно дольше. Тесты автономности, производительности и прочего будут в следующем. Но пока могу сказать, что да, он дольше живет. Вопрос по сравнению камер S21 и S20 Ultra, можно сказать, исчерпан как раз таки этим видео. Если вы хотите S20 Ultra менять только из-за камеры, то в принципе не стоит. Потому что она лучше, но чуть-чуть. Хотя через пару месяцев неизвестно, насколько она будет лучше. Возможно, будет прям конфетки, но не факт. Следующий вопрос также по камере, про 10-кратный зум в хорошем освещении. К сожалению, на улице не было прям идеального освещения,
погода сейчас не позволяет, но как только будет, я их добавлю в Яндекс.Диск, туда же, где вы можете перейти. Так что следите за пополнением, я буду туда пополнять фотки с S20 Ultra, с S21 Ultra, чтобы вы могли для себя больше сравнений найти. Также в этом вопросе было по оптимизации. Что могу сказать? Игры пока не все оптимизированы. Но все, которые я запускал по типу Call of Duty и прочего для тестов, они поддерживали 60 Гц, то есть спокойно. 120 было только в одной игре, это Pokemon Go. Кстати, на S20 Ultra также Pokemon Go идет в 120 Гц. На YouTube картинка показывает 60 Гц и временами 48. Меньше я не видел в принципе. Они писали про 10 Гц адаптивных, но я даже не знаю, где это можно найти. Может, какое-то специальное приложение будет, где будет поддерживаться 10 Гц. А так в среднем везде либо 60, либо 120. 48 только на просмотре видео YouTube. По поводу нового процессора и его нагрева. Он греется. Но в отличие от S20 Ultra, в простых задачах, серфинге и прочем, я не заметил какого-то нагрева. Но при игре, допустим, Call of Duty на максималках, я врубил, чтобы потестить, за час игры максимально нагревался до 41 градуса. Это было неприятно. Я не знаю, что было бы с S20 Ultra, я не проверял. Но нагрев есть. Ночные фотки я также буду добавлять, выкладывать. Пока в видео только есть несколько примеров. Но следите за Яндекс.Диском. Ссылка в описании. Со связью я никаких проблем не замечал. Что в S20 Ultra, что в S21 Ultra. По поводу ловли Wi-Fi сети, мне кажется, она даже лучше стала. Точнее, не лучше, а дальнобойнее. Надеюсь, это видео вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока.